Сегодня у нас съемка. Снимаем рилсы для моего бренда кистей. Покажу чуточку за кулисье. Мало кто знает, но съемки достаточно трудоемкий процесс. Собирается большая команда. Модель, SMM, видеограф. И гвоздь программы. Гигантский чемодан с товарами и реквизитом. У меня, кстати, есть строгое правило, которое образовалось, конечно, на прошлом, не всегда удачном опыте. Обязательно. На съемку нужно приезжать пораньше. Я не знаю, почему так, но, наверное, в 90% случаев фотостудия будет находиться в промзоне. И найти ее не факт, что получится легко и быстро. А в съемках, знаете ли, каждая минута на счету. Как думаете, в чем залог успеха? Пишите в комментариях. А мое мнение в следующем видео.